Глядя на то, что Дисней сотворила со «Звездными войнами», сообщество ждало «Мандалорца» настороженно. С одной стороны, снявший «Железного человека» Джон Фавро внушает доверие, но с другой — ужасы восьмого эпизода слишком свежи в памяти. Первая серия увидела свет со стартом Disney+, и одно можно сказать точно — «Мандалорец» — необычный и многообещающий проект. О подробностях мы поговорим в ближайшие пару минут, разобрав эпизод на части. Пропустили камео Бобы Фетта? Не понимаете, что за маленький Йода в конце? Сейчас мы все объясним, а вы оставляйте свое мнение о проекте в комментариях. Для начала вкратце резюмируем для тех, кто все забыл и пропустил наши прошлые ролики. Сериал «Мандалорец» будет выходить на Disney Plus по серии каждую пятницу. Исключение — это неделя. На ней свет увидит сразу два эпизода. Всего в сериале их будет 8. Главным сценаристом и шоураннером проекта выступил создатель «Железного человека» Джон Фавро. Действия «Мандалорца» развернутся вокруг представителя этой расы, являющегося наемником. Хронологически «Мандалорец» расположен между 6 и 7 эпизодами. С момента падения Империи прошло 5 лет, однако Первый Орден еще не набрал мощь. Там-то мы и встретим мандалорца, влачащего жалкое существование в преступном мире. А теперь можно поговорить и о деталях. Достаточно пару минут посмотреть «Мандалорца», чтобы понять, что Джон Фавро вдохновлялся не кривыми поделками Дисней, а трилогиями Джорджа Лукаса. Учитывая снятых «Железного человека» и «Короля льва», Джона не назовешь учеником. Однако, как минимум, консультации у маэстро он брал. И в этом нет ничего плохого. Речь об одной из главных франшиз планеты. А помощь не помешает никому, начиная от Джона Фавро и заканчивая студентом в учебный период. У них нет Джорджа Лукаса, но есть Warg 5. Эти ребята ежедневно консультируют студентов по учебным вопросам любой сложности. Контрольные, курсовые и даже дипломные. Warg 5 поддержит советом и наставит на путь истины в любых учебных вопросах. Причем в зависимости от спешки, возможно, и срочная консультация. Разбираться с учебой в одиночку тяжело, и далеко не у всех есть добрый отличник под рукой. Но по ссылке в описании вас ждут не просто отличники, а специалисты с научными степенями в различных областях. С нашим промокодом их консультация будет стоить на 20% дешевле. И почему бы не сделать свою жизнь легче? Первое, на что хочется обратить внимание при разборе — атмосфера. Это не детская трилогия с Блэк Джеком и Рэй от Дисней. «Мандалорец» по духу похож на оригинальные трилогии. Даже переходы между кадрами выполнены в старой и деревянной анимации. Той самой, что влюбила в себя миллионы. Накинув сюда музыку и то, что в первые же 5 минут «Мандалорец» разрезает человека на две части, хочется надеяться на лучшее. Тем более, что отсылки на фильмы Джорджа Лукаса сыпятся, как из ведра. Взять хотя бы углеродную заморозку, которой в свое время подвергался Хан Соло. «Мандалорец» официально подтвердил, что это стандартный способ охотников за головами, с помощью которого они транспортируют жертв. А мы готовы почти официально подтвердить, что Боба Фетт станет главным злодеем сериала. Хана Соло в свое время приморозил именно он, и многие ожидали, что Боба станет главным героем сериала, но нет, создатели не раз утверждали, что «Мандалорец» — новый персонаж, которого мы ранее не видели. Однако, несмотря на это, оба парня — наемники, оба принадлежат к расе мандалорцев, и фанаты горячо ждали появления Фетта с ролью второго плана. Если кто подзабыл события оригинальной трилогии, Фетт влетел в пасть Сарлакка на своем реактивном ранце. Но уже 40 лет фанаты не верят, что это убило величайшего наемника галактики. В конце концов, он мог просто направить рюкзак в другую сторону и прошить Сарлакка насквозь. Почему это важно? Потому что в первой серии «Мандалорца» на одном из кадров заднего плана красуется этот самый Боба Фетт. Если кто не верит, включите серию на 18 минуте 31 секунде. Когда «Мандалорец» получает задание и приходит в логово других мандалорцев, к кузнецу, он спускается по лестнице. И чуть позже проходит мимо парня, как две капли воды, похожего на Бобу Фетта. Он немного затемнен и находится на заднем плане, однако расцветка шлема и рукавов наемника сходятся один в один. Учитывая, что за рулем сериала Джон Фавро из Marvel, считать это простой отсылкой нельзя. С 99% вероятностью это Боба Фетт, и он включен в серию не случайно. Чтобы понять, для чего он нужен, перейдем к концу серии. На малыше Йоде остановимся отдельно, а пока сосредоточимся на том, что мандалорец не выполнил приказ. Он отказался убивать зеленого крохотусика. И более того, пришил такого же, как он, наемника-дроида. Мы не эксперты в кодексе охотников за головами «Звездных войн», однако кажется, что у главного героя назревают большие проблемы с начальством. Что это значит? Само собой, что за его голову назначат награду и отправят другого наемника довершить начатое. Как мы поняли из первой серии, наш мандалорец довольно авторитетен. Кто может быть круче? Конечно же, Боба Фетт, ведь он носит титул лучшего охотника за головами галактики. Теория простая и очевидна. Мандалорец будет защищать маленького Йоду, а Боба Фетт выступит злодеем и попытается его убить. В
Второй эпизод на подходе, и он наверняка это подтвердит или же опровергнет. Так что сосредоточимся лучше на малыше, которого нашел мандалорец. С первого взгляда имеется только одна аналогия — Йода. Создатели будут последними дураками, если это не представитель его расы, ибо фанаты за такой кликбейт по головке не погладят. Джон Фавро вроде не дурак, так что можно сказать точно, перед нами сородич магистра Йоды. Что мы о них знаем? В этом и кроется главная прелесть. О расе зеленых крохотусиков неизвестно абсолютно ничего. Это одна из немногих серых зон канона Джорджа Лукаса. Даже до того, как Дисней зачеркнули все, ни одна книга, комикс или фильм не расписывали расу подробно. У нее даже названия нет, и во всех источниках ребята именуются как раса магистра Йоды. Джордж Лукас хотел, чтобы Йода оставался мистической личностью, и лично запрещал всем авторам изобретать его предысторию. Доступные крохи мы излагали в одном из видео. Если вкратце, расположение родного мира Йоды неизвестно. Зеленые крохотусики стареют очень медленно. На момент получения титула главного джедая Йоде было 600 лет. На момент встречи с Люком Скайуокером где-то 9 сотен. А малыш, которого нашел мандалорец, действительно может быть 50-летним. И в этом кроется прелесть сценария Джона Фавро. Ведь, судя по всему, мандалорец расскажет нам подробности о сородичах Йоды, и конкретно об этом непонятно, как появившимся на свет крохотусики. Не стоит забывать, что фраза о возрасте может иметь другое значение. Заказчик сказал мандалорцу, что мини-Йоде 50. Таким образом, крохотусик появился на свет чуть ли не в один год с Энакином Скайуокером. Того с помощью силы запилил император Палпатин. Что мешало Йоде сделать то же самое и обзавестись сыночком? Или, допустим, воспроизвести себя с помощью клона? Ничего, и это открывает безграничный простор для теории о сущности зеленого крохотусика. Посмотрим, что раскроет вторая серия, и вернемся с более подробным описанием нашей теории. Ну а пока стоит поговорить и о других деталях. В «Мандалорце» задействовано преступное количество знаменитостей. «Мандалорца» играет Педро Паскаль, режиссером одного из эпизодов является Брайс Даллас Ховард, и сразу два отрывка снял Тайка Вайтити. Широким массам он знаком по созданию «Тора 3», однако Тайка еще и актер, который любит и умеет щеголять в костюме для захвата движений. В «Торе» таким образом он сыграл весельчака Корга, а в «Мандалорце» — того самого дроида-наемника, который помогал главному герою прорваться к мини-Йоде. Как вы помните, мандалорец его застрелил. Но что-то подсказывает, что смерть дроида не окончательна. Во вселенной «Звездных войн» героев всегда должен сопровождать андроид. Да и автоматизированный наемник публике понравился. Возможно, мандалорец заберет его и починит? Быть может, это сделает кто-то другой. Но учитывая, что Тайка снял еще два эпизода сверху, факт его возвращения очевиден. Как очевидно и то, что общий вектор развития мандалорца взят на оригинальные трилогии. История Йоды, последствия падения Империи. Разве это не прекрасно? Даже мельчайшие детали кричат о связи со старыми фильмами. Вспомните обезьяноподобную штуку, что жарилась на гриле. Это кавакийская обезьяна-ящерица, знакомая всем, кто видел «Возвращение джедая». Там парень по имени Салациус Крамп выступал шутом у Джабы Хатта. Это представитель той же расы, и Джон Фавро в своем сериале демонстрирует, что после падения Империи жизнью его сородичей стало не сахар. Преступников перестали любить, так что не спешите жалеть ожидающего своей участи малыша в клетке. Есть куча других отсылок на вселенную. К примеру, каламарийские монеты, которыми с мандалорцем рассчитывается его босс. Раса каламари, использующая эту валюту, знаменита героем сопротивления адмиралом Акбаром, нещадно слитым Диснеем. Металл, из которого главный герой пилит себе наплечник, это бескарская сталь из мультсериала «Война клонов». Там ее описывают одним из самых прочных материалов в галактике. Ну а флешбеки мандалорца демонстрируют армию клонов, убившую его семью. Видимо, он стал сиротой во времена противостояния Республики и клонов. Подробнее на этой и других деталях остановимся после второй серии, что выйдет совсем скоро. Но одно можно сказать точно, пока «Мандалорец» выглядит чуть ли не первым годным проектом по «Звездным войнам» со времен «Изгоя-1». Будем надеяться, он не подкачает. До скорых встреч, друзья!